Вот выкопали яму, поставили вот этот ящик, который вот сейчас новый-то. Это все разобрали, у нас было все загорожено, все. А сейчас вообще нам дышать нечем, у нас здесь вообще ужас какой. Ну вот как нам быть, я не знаю, к кому обращаться. Вот обратились и... Ну посмотрим, какой будет результат, я не знаю. Ни окна не откроешь. Ни окна не откроешь, ничего. А потом, почему у нас вот это все... разрешают, не габарит, это все везут с частного сектора. К ним же машина ездит 2 раза, по-моему, в месяц. Вот. И все равно все везут сюда. У нас вообще бардак здесь не знаю какой, я не знаю. Тротуар ведь загадили, ходить невозможно. Я не знаю, пусть решают представители.